Дубайский Болливуд Парк, как можно догадаться, создан по мотивам знаменитого индийского Голливуда. Эта самая процветающая и плодовитая киноиндустрия на всем Востоке получила свое прозвище в результате слияния названия мировой столицы кино и индийского города Бомбея. Многие полагают, что Болливуд – это недавнее явление, но в действительности индийский кинематограф активно развивается уже с 40-х годов прошлого века. Основные характеристики фильмов Болливуда – это музыка, танцы, романтичность и наличие героических персонажей. Все это в полной мере отражено в цветах, звуках, аттракционах и хореографии шоу, устраиваемых в дубайском Болливуд-парке. Особого внимания с вашей стороны заслуживает театр Радж-Махал, хотя бы только благодаря своему прекрасному зданию, напоминающему старинный дворец индийских правителей. В этом театре, рассчитанном на 856 зрителей, вы можете посмотреть оригинальный мюзикл в болливудском стиле «Джаан и Джигар» или состязание между выдающимися танцорами, как в настоящем реалити-шоу. В Болливуд-парке вы сможете испытать тысячи эмоций благодаря высокотехнологичным аттракционам, позволяющим вам представить себя в роли героев индийских блокбастеров, например, при помощи показа кино в 4D, когда задействованы несколько органов чувств. Есть ли лучший способ ощутить, что вы в Болливуде, чем замечательные танцы золотых лет индийского кино, а именно 60-80-х годов? Именно они воспроизводятся на сцене Crossroads. Или же сконцентрируйтесь на ярких и сверкающих костюмах и движениях танцоров под классические и народные мелодии шоу Stars on Steps, где повторяются музыка и танцы из многих известных фильмов.